Сериал «Один Фарах» закончится на самом интересном месте. Несколько месяцев зрители будут ломиться от любопытства. Появились положительные новости о том, будет ли второй сезон в сериале «Адам Фарах». Согласно утверждениям в прессе, сериал завершит первый сезон 14 серией, и при планировании первого планируется оставить на экране не менее 26 серий. Хотя рейтинги сериала ниже ожиданий, он находится на уровне, который может продолжаться. Синергия дуэта Ингина Акюрека и Димек Аздемир сработала. Захватывающий сюжет сериала развивается очень хорошо. Кроме того, по мере раскрытия некоторых фактов в сюжете, интерес зрителей к следующим сериям может возрасти. Еще одним важным событием является взрыв интереса зарубежных поклонников сериала, первые признаки которого мы наблюдаем в социальных сетях. Ожидается, что в результате такого интереса зарубежные продажи «Адам Фар» будут очень хорошими. В такой обстановке новая 13-я серия «Адам Фар», шаг за шагом завершающая первый сезон, встретится со зрителями в среду 24 мая. Фарах откроет Тахиру правду о своих родителях. Следующие слова Фары говорят о том, что все сильно изменится, не ты им должна, а они тебе должны, ты должна это знать. Те преступники, которые убили твоих маму и папу, они оба виновны. Женщина, которой ты заменил мать, убийца твоей настоящей матери. Тахир Ликисис узнает эту правду к концу первого сезона и отправляется на поиски убийц своей семьи, что станет одной из главных историй сериала во втором сезоне. Сюжет сериала, который, как ожидается, завершит сезон на самой яркой точке, будет с нетерпением ожидаться миллионами зрителей в течение нескольких месяцев. Конечно, в период лета, который продлится 3 месяца до выхода второго сезона, поклонников сериала «Адам Фарах» также ждут новые события. В летний период ожидаются новые дополнения к сценарию и соглашения с новыми актерами на новых персонажей. Благодаря быстро развивающемуся сюжету и захватывающему зрителю, сериал «Адам Фарах» стал одним из самых успешных дебютов этого сезона. Благодаря качеству актерской игры и плавному развитию сценария, сериал может остаться на экране еще на более длительный период времени, если в следующем сезоне его результаты будут намного лучше.